Я Новый год буду отвечать на улице Думская. Здесь будет весело, спокойно, так что все приходите к нам. Ну, скорее всего, будет опасно тут, потому что это Новый год, все будут очень пьяные, и не, может случиться что угодно, особенно в такой праздник. Всегда опасно, честно говоря, каждую субботу. Ну, часто видел здесь наряд милиции, так что, я думаю, проблем серьезных не будет. Рядом, во-первых, находится учебное заведение ФИНЭК, сейчас Государственный экономический университет. Ну, как бы, надо все-таки следить за порядком в нашей стране, а не устраивать такие вещи. Ну, а вообще, как думаете, на Новый год будут здесь потасовки? Ну, без этого никак. Если они в течение года происходят, то на Новый год тоже должны быть. Надо усилить охрану, как-то следить за порядком.